Всем привет, друзья! Новый день и новый товар привезли. Вот сразу привезли булгур. Раньше не было. И нут. Новиночки вот такие. Ценника пока я не обнаружил. Напишу тогда на экране. Спрошу у продавцов. Выглядит хорошо, чистенький. Еще одна новиночка. Смесь мексиканская, быстро замороженная. Так, СТО, номер партии. Выглядит очень аппетитненько. Яркие такие овощи замороженные. Так, ценник бы найти. 102 рубля килограмм. И горошек вот рядом. Зеленый горошек, быстро замороженный. Изготовитель Агрохолод. Так, Ростовская область, Азовский район. Таких новинок еще не было. Ценник почему-то далеко повесили. 133 рубля килограмм. Вот, здоровская новинка. Обожаю этот сыр. Косичка копченая. По 326 рублей. Но он всегда... Сыр этот дорогой. Но две таких увесистых косички можно купить за 137 рублей. Вот он, 134. Может быть, и поменьше можно выбрать. Так, еще одна новинка. Гороховый с копченостями. Смесь для супа. Так, а что это написано? 130 минут. Не может быть, чтобы готовить так долго. 8 порций, 2 литра супа. Для приготовления бульона вам понадобится там курица и прочее. Так, а что же 130 минут? Это, наверное, 130 минут понадобится, чтобы мясо сварить и прочее добавить. А в этом пакетике будет, наверное, только специи, там горох и все такое. 47 рублей. Огромный выбор сегодня мяса. И не такими большими кусками, как в прошлый раз. Свеженькое, запах свежего мяса, прямо нравится. По 199,90, свинина на кости. Есть вот кусочек, просто мякоть. Мягенькая, выглядит свежая. Вот 409 рублей за такой кусок. 2 килограмма, 46 грамм. Прекрасная мякоть, выглядит здорово. Вот, допустим, на косточке такой кусочек приятный. Небольшая прослойка сала. Вот, 570 рублей. Классно. Новинка. Блинчики с творогом, масленица. 6 штучек в упаковке. ООО «Морозко», Россия, Ленинградская область, Всеволожский район. Так, мелко написан. Нажмите на паузу, чтобы почитать с экрана. 360 грамм упаковка. Ну и бюджетный ценник такой достаточно. 53 рубля. Надо взять попробовать. Взял яблочки сегодня вкусные. Так, еще одна новиночка. Смесь сушеных фруктов, фасованный, 700 грамм, компания Aftrade. Сейчас зимой очень это актуальный товарчик. Выглядит хорошо, чистые. Так, абрикосы сушеные, урюк, яблоко сушеное, резаное, алыча с косточкой, груша резаная. Россия, производитель, срок годности 12 месяцев. Выглядит товар очень хорошо.
Вот, обожаю арахис в кунжуте. Всегда он в магазинах дорогой на вес продается. Выходит дорого. Здесь 0,5 килограмма, 104 рубля, 70 копеек. Так, вот что искал. Брал уже каркаде, именно этого производителя. Каркаде «Суданская роза», 200 грамм. Очень приятный напиток. В жару, а в принципе можно и зимой теплый пить. Так, ценник 68 рублей. Чай цейлонский. Вот так он фасован. Огромный мешок чая. Крупнолистовой, черный. Выглядит действительно крупные листья. Но палочки попадаются. Немало. Не пробовал этот чай. Способ заваривания написан. Так, и ценник 138,50, 400 грамм. Всем удачи, до встречи, пока.